К югу от полуострова Баха находится группа островов Сокора. Острова, резко поднимающиеся из вод океана, являются вершинами вулканов, выступающих над уровнем моря. Теперь под защитой статуса объекта всемирного наследия под волнами находится оазис жизни. Эскадрильи шелковых акул патрулируют глубокую воду. Белые рифовые акулы тоже облюбовали этот остров. На отвесном подводном утесе у них так мало мест для отдыха, что они заняли каждую пещеру. Белые акулы – один из немногих видов акул, которым не нужно постоянно находиться в движении. Они могут лежать неподвижно, перекачивая для дыхания воду через жабры. Защищенная от рыболовства – это здоровая и стабильная популяция. Эти острова представляют собой естественную пищевую цепочку – пирамиду с хищниками на вершине. Без хищничества человека, без чрезмерного вылова рыбы и без акул, царящих здесь, подводная популяция находится в равновесии.